Следующий докладчик – Тихонов Денис Борисович, Институт эволюционной физиологии и биохимии. Роль протонуправляемых каналов в синаптической передаче и пластичности. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хочу немножечко рассказать о таком объекте, о котором, наверное, половина нейрофизиологов не слышала вообще, а другая, может быть, слышала немножечко мельком. Тем не менее, это, на мой взгляд, одна из самых интересных на сегодняшний день загадок нейрофизиологии. Речь идет о ионных каналах, управляемых протонами, то есть активирующихся при закислении внешней среды. Значит, открыл эти каналы в 80-м году такой очень известный советский и украинский нейрофизиолог Олег Крышталь. Там была такая совершенно детективная история. Все началось с ошибки, когда в раствор забыли добавить буфер. И там ответы стали какие-то совершенно фантастические. Они вот за это уцепились и впервые описали вот протонактивируемые токи. К настоящему, конечно, времени все это давно, конечно, раздолбали, каналы эти давно клонированы, известны гены, субъединицы, состав, локализация, где что экспрессируется. Как бы как молекулярный объект, это достаточно они хорошо охарактеризованы. Более того, показано, что они распространены как в периферической, так и в центральной нервной системе и довольно сильно модулируют целый набор физиологических функций, вот именно таких вот высших нейрофизиологических функций, как боль, эмоции, они участвуют в синаптической передаче, в синаптической пластичности. Ну вот вы видите, вот тут у меня такой график, это как растет количество публикаций по этой тематике за последние годы. Хотя, конечно, не дотягивает до основных медиаторных систем по популярности, но, тем не менее, количество исследований быстро растет. А загадка здесь в том, что вот большинство этих данных по вовлеченности ASIC-каналов в функции мозга, они получены не прямыми данными. Это обычно какие-нибудь генетические манипуляции, нокаут, которые показывают, что что-то меняется. А парадокс в том, что вот мы знаем про эти объекты, мы знаем, в чем они участвуют, но мы понятия не имеем, как они это делают. То есть вот их конкретные функции, конкретного процесса или процессов, в которых они активируются, участвуют. То есть мы не понимаем. Вот мы знаем, что вот если нокаутировать такие гены, то вот меняется вот это. А как оно меняется и почему? Науке это неизвестно. Поэтому я говорю, что это одна из интереснейших загадок, на мой взгляд. Самая база простая предположить, что эти каналы являются сенсорами pH. Действительно, pH в среде мозга меняется достаточно в широких пределах, особенно при различных патологиях. Можно предположить, совершенно не проходит эта гипотеза по одной простой причине. Из-за того, что эти каналы очень глубоко подвержены десенситизации. То есть, если мы подаем кислый раствор, они активируются на какое-то время, а потом ответ просто умирает. Более того, если мы смещаем pH, вот как здесь показано, потихонечку, то при этом каналы не отвечают, но десенситизируют. И их уже почти больше ничем невозможно возбудить. То есть даже уже на глубокие закисления они перестают отвечать. То есть эти каналы, которые по определению работают не на кислую среду, а именно на градиент, они должны реагировать на перепад, на резкое увеличение концентрации протонов. То есть нужны какие-то быстрые процессы, чтобы они вообще могли заработать. Какие это процессы? Такие процессы в центральной нервной системе есть. Вообще говоря, это синаптическая передача. Потому что, как вы, наверное, знаете, процесс накачки нейромедиатора в везикулу – это две стадии. На первом этапе стоит протонная помпа, которая просто накачивает внутрь везикул протоны, так что pH падает примерно до 5,5. А уже на втором этапе работает обменник, который протоны обменивает на молекулы нейромедиатора. Поэтому, когда происходит релиз, то в синаптическую щель выбрасывается раствор с pH порядка 5,5. А этого хорошо, достаточно для того, чтобы подобные каналы могли работать. Теперь давайте посмотрим, есть ли вообще эти каналы. Вот это просто сравнение ответов разных типов нейронов на глутамат и на закисление.
глутамат, соответственно, ответы на глутамат синенькие, ответы на закисление красненькие. А вы видите, что во многих случаях ответы на pH, вообще говоря, по амплитуде больше, чем ответы на глутамат. А глутамат, простите, это основной возбуждающий медиатор в этих нейронах. То есть этих каналов много, они могут переносить, в принципе, огромные токи. Вот это свежие живые записи. Причем, как видите, соотношение красненького и синенького в разных типах нейронов может быть очень разным. То есть явно какая-то есть специфичность вот в том, сколько этих каналов экспрессируется в разных типах нейронов. Причем, видите, в пирамиде гиппокампа вот такое соотношение, в пирамиде коры совсем другое. В двух типах интернейронах тоже все по-разному. То есть какая-то специфика, есть какая-то это вот просто так это быть не должно. Почему, мы не понимаем. А самое интересное, что все, кто работал, например, в срезах мозга, прекрасно знают, что достаточно заблокировать глутаматные рецепторы, и ответ умирает в ноль. Никакого компонента, переносимого протонктивируемыми каналами, вы, как правило, не увидите. А на самом деле понятно почему. Если вы работаете экс-виво, да, вот как в срезе мозга, то у вас, естественно, системы стабилизации pH не работают. И вы все заливаете буфером. Вот добавляете хеписа там, вот, от души, чтобы pH не менялся. Ну так он и не меняется. Поэтому никакие pH-зависимые процессы, в том числе активацию протон-управляемых каналов, вы, разумеется, не видите. Но даже если ослабить буфер, то все, что вы можете наблюдать, вот выявили. Я, собственно, что забыл сказать, самое важное. Протон-активируемые каналы в глутаматоэргической передаче были прямо показаны. Вот результаты работ. Но вот то, что людям удалось получить... Это вот эти вот красненькие копеечки. Да, вот это общий ответ. А вот это то, что у них остается после того, как сделать нокаут по протонактиве. После того, как заблокировать глутаматные рецепторы. Да, вот это вот маленький хвостик. Ну, трудно, наверное, поверить, что вот в этом маленьком кусочке есть большой физиологический смысл. То есть вот загадка плохо решается. Но более того, я вас еще дальше попробую озадачить. Глутаматные-то рецепторы сами по себе протонами блокируются. Если мы возьмем ампорецепторы, то pH-50 блокады ампорецепторов протонами примерно такой же, как pH-50 активации протон-активируемых каналов. А если мы заговорим про NMDA-рецепторы, то они на самом деле даже при нейтральном pH 7,4 уже чуть-чуть протонами подблокированы. А если pH упадет меньше семерки, от NMDA рецепторов вообще ничего не останется. Они просто перестают практически отвечать при таких pH. То есть вот протон глутамату не товарищ, и эти два типа каналов вместе работать не могут. Поэтому у нас родилась вот на самом деле гипотеза, на этом поспекулировать. Вот одна из предположений, какая может быть их роль, это то, что как раз протон-активируемые каналы могут в глутаматоэргическом синапсе как бы компенсировать при глубоком закислении ингибирование протонами глутаматных рецепторов. То есть вот в этой работе мы снимали с нейронов ответ на глутамат при разных pH. Соответственно, когда pH падает, ток через протон-активируемые каналы растет, ток через глутаматные каналы падает, а вот суммарный ответ, что интересно, оказывается стабилен в широком диапазоне pH. Вот, так что может быть. Другие идеи связаны с тем, что, может быть, мы не очень хорошо понимаем фармакологию протон-активируемых каналов, и что могут быть на самом деле какие-нибудь эндогенные соединения, которых мы просто еще пока не знаем, которые существенно модулируют их работу. Ну, это не фантазия. Если вы возьмете NMDA-рецептор, да, то, во-первых, он не будет работать без присутствия глицина. То есть попробуйте сделать опыт, не добавляя глицина, никаких NMDA-ответов не увидите. Ну, просто надо знать, что добавлять. А во-вторых, второй эндогенный лигант – это магний. Собственно говоря, потенциал зависимое действие которого определяет чуть ли не основной именно физиологический функционал этого рецептора.
Так что ничего, в общем, чудесного в том, что может быть какие-то эндогенные лиганды и для этих каналов, которые как бы существенно меняют их работу, нет. Мы тоже занимались поиском этого дела. Значит, один лигант мы нашли, это оказался гистамин. Для определенного подтипа протонактивируемых каналов гистамин является довольно мощным потенциатором. Он позволяет им активироваться при меньших закислениях. То есть, в общем говоря, как бы меняет режим их работы. Это мы сделали. А вот некоторые аргентинские коллеги, они сделали запись, вот, собственно, синаптических токов. И вы видите, вот это компонент, передаваемый протонактивируемыми каналами. Вот это в контроле, это при добавлении гистамина, а вот это, если залить все хеписом. Ну, понятно, да, погасили протонный градиент, ответ снова упал. Так что вот окей, один из вариантов такой, хотя, конечно, гистамин, ну, будем говорить честно, не очень подходит на такую вот роль. Ну, может быть, и не только гистамин. Мы видим прототип, но может быть какой-то другой лигант, который оказывает аналогичное действие. А второй поиск фармакологических каких-то агентов мы посмотрели производные 2-аминобензимидазола. Ну, просто потому, что они напоминают некоторые известные лиганды этих протонактивируемых каналов. Ну, бэби. Обнаружили очень интересный эффект. Он тоже потенцирует протонактивируемые каналы, но совершенно другим образом. Он существенно меняет форму ответа. Вот вместо такого вот транзиентного тока появляется вот такой вот ток с очень ярко выраженной постоянной составляющей. И более того... И более того, собственно говоря, в нативных протонактивируемых каналах, просто записи с нейронов, да, мы увидели в первый раз практически вот постоянный компонент тока. То есть что нам мешало как бы предположить участие этих каналов в самых разных процессах? Именно глубокая десенситизация. Окей, теперь мы видим, что есть лиганды, пока искусственные, которые могут обеспечивать этим каналам стационарный ток. Если есть их эндогенные аналоги, которые еще предстоит поискать, то не исключено, что они могут участвовать в другом классе каких-то процессов, если они могут переносить постоянные токи. На самом деле постоянные токи через такого типа канала люди видели. Есть каналы ASIC-3, но они экспрессируются только в периферической нервной системе. А более того, в классических каналах вот с полной десенситизацией некоторые мутации, как вы видите, тоже могут приводить к появлению постоянной составляющей или даже вообще вот к таким медленным постоянным токам. Собственно, мы впервые показали, что тот же эффект можно сделать, не мутируя канал, а просто с использованием фармакологического агента. Ну вот, собственно, и все. То есть как бы загадка остается. Есть некоторые намеки, есть некоторые пути возможного решения. Так сказать, вот народ в поиске. Точных доказательств нет, но вот как бы есть некоторые возможности, какие бы вещи могли бы быть предложены для решения. Но все это, конечно, нуждается в дальнейшей работе и в дальнейших доказательствах. Спасибо за внимание. Да, это, конечно, коллектив нашей лаборатории, участники этого большого процесса. Мы этим занимаемся в той или иной вариантах уже лет 20, наверное. Окей, спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас есть, на самом деле, время для одного короткого вопроса. Да, пожалуйста. Про молекулярную структуру, собственно говоря, известно все. Если бы у меня было еще примерно час, я бы еще час мог посвятить. Есть рентгены, есть криоэм в разных состояниях, с разными лигантами. То есть, как про молекулу, мы все прекрасно знаем. Это парадокс. А для чего она нужна? Увы, ях. Всего
его можно выделить легко из мембраны? Я даже не знаю, не выделить, просто известен ген, последовательность, клонировать, экспрессировать в любую... Все что угодно. Только вот понимания нет. Это вот, представьте себе, вот на поле, где мы считали все много лет перепахано, есть вот такой игрок, и что он там делает, мы не понимаем. Еще один короткий вопрос. Да, у меня даже не вопрос, а вот просто пища для размышления. Я очень люблю такие истории, они действительно такие потрясающие. Да? Дело в том, что, в принципе, протон появился во всяких везикулах внутриклеточных, которые потом выбрасываются для экзоцитоза, гораздо раньше, чем даже нервная система возникла. Да? То есть, на самом деле, сначала возникли эти везикулы, клетки начали их выбрасывать, и потом уже как бы какие-то экстремально поляризованные клетки, назовем их там протонейроны, да, научились как-то их использовать. И на самом деле протон выбрасывался гораздо раньше, чем там глутамат появился, там бог знает еще что, да, потому что и фактически, ну как бы, на мой взгляд, это означает, что скорее всего протон это такой как бы древний, самый, возможно, нейромедиатор, да, который возник, возможно, еще до того, как эту систему назвала, как говорится, эволюция нервной системы. И поэтому, ну, тут как бы, в общем, с одной стороны, удивительного ничего нет, да, но прийти к этому можно было действительно только в качестве, там, ошибки действительно, да. И здесь вопрос еще, вот эти асики, да, то есть вот эти каналы, насколько они эволюционно древние, да, и какая была ранняя система детекции этих протонов. Возможно, что и не они детектировали, да, а что-то другое. Ну, есть много протон-чувствительных белков, асики древние. Насколько я понимаю, господи, в плоских червях их уже видят. Но вот там интересно, там каналы, которые все переносят стационарный компонент тока. Вот это вот загадка. Потому что стационарный компонент – это чувствительность к pH. Это мы понимаем. Даже у нас в периферической нервной системе тут вот, они выполняют роль детектора pH. Вот фишка, вот что они делают в центральной нервной системе, потому что они еще и стационарного тока не дают. Спасибо. Спасибо еще раз.